Рейтингование поселений Щелковского района, строительство социальных объектов, жилищно-коммунальное хозяйство, подведение итогов работы межмуниципального управления МВД России Щелковская за 2017 год. Актуальные вопросы на повестке дня ежемесячного оперативного совещания в администрации района. Но в начале совещания по традиции провели церемонию награждения, вручили благодарственные письма главы Щелковского района, отметили глав поселений за участие в региональной программе «Чистая вода», а также организацию ВР «Ресурс» за помощь в проведении районных праздников. И к делам текущим. Рейтинг муниципальных образований Подмосковья за 2017 год составили еще накануне Нового года, а теперь настало время подвести итоги работы местных властей. Исследование выполнялось по 4 различным модулям – статистика, общество, обратная связь и открытость власти. В рамках этих модулей учитывались фактически все сферы жизни и направления в работе сельских и городских поселений. Рост доходной части бюджета, реализация различных региональных программ и многое другое. В результате наилучшие показатели у городского поселения Щелково и сельского поселения Медвежье-Озерское. Подтягиваться необходимо Гребневскому и Загорянке. Глава района призвал местные власти не сбавлять темп работы и добиваться высоких результатов и в 2018 году. Не сбавляйте темпов внимания к этому процессу. Каждый квартал мы опять же будем подводить результаты и итогов рейтингования наших поселений и будем выдавать вам рекомендации, как дальше работать. Заслушали доклад строительного блока. В минувшем году на территории района было построено и введено в эксплуатацию 27 многоэтажных жилых домов общей площадью 220 тысяч квадратных метров. Это более 4300 квартир. В муниципальную собственность было передано 363 квартиры. Открыт детский сад в новом городке. Введены в эксплуатацию 2 дошкольных учреждения, построенных в рамках исполнения социальных обязательств застройщиками в деревне Гребнево и микрорайоне Гагаринский. Также в ближайшие годы запланировано строительство 10 школ, 7 планируется возвести за счет бюджета и 3 за счет внебюджетных источников финансирования. Мы уже начали активно строить пристройку на 275 мест в сельском поселении Медвежье-Озерское. 31 января этого года будет размещена закупка на строительство школы на микрорайоне Солнечный. И сейчас активно ведется проектирование 2 школ, это микрорайон Жигалово, а также микрорайон Чкаловский. Об итогах работы и достижениях в минувшем году рассказал начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов. Управление заняло 6-е место среди крупнейших территориальных отделов Московской области. А отдел по борьбе с экономическими преступлениями в рейтинге находится на 4-й позиции в Подмосковье. Уровень преступности снизился почти на 30%, уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».